Что дает ГИС и ЖКХ гражданам? Позволяет просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, вводить показания приборов учета, электронно голосовать на общих собраниях, осуществлять контроль за работами и услугами, которые оказывает управляющая организация ТСЖ, потому что, как я уже сказала, там предполагается размещение договоров, которые управляющая организация или ТСЖ заключают на выполнение каких-то работ, и размещение актов выполненных работ. Вот граждане, судя по обращениям, которые к нам поступают, их очень интересует всегда, с кем заключили договор наша управляющая организация, допустим, на тот же ремонт подъездов, либо еще что-то, какова стоимость этих работ, приняли, не приняли. В принципе, это не предмет контроля, мы это не контролируем, и в финансово-хозяйственную деятельность управляющих организаций вмешиваться не вправе. Но вот ГИС и ЖКХ как раз возлагает на управляющие организации обязанность такие договоры в открытом доступе размещать. Также ГИС ЖКХ гражданам позволяет даже уже сегодня подавать обращения в управляющую организацию напрямую и также сразу же в жилищную инспекцию. К нам масса обращений через ГИС ЖКХ ежедневно поступает.